Рекламно-информационная программа. С верой в спорт. Доброго солнечного дня всем. Это программа «С верой в спорт». У микрофона Вера Власова. Месяц назад мы встречались с замечательной девушкой, женщиной, преподавателем йоги школы-студии ВО Натальей Шихминой. И сегодня Наталья вновь в нашей студии. Здравствуйте, Наталья. Добрый день, друзья. Да, как слушатели могут догадаться, продолжаем сегодня разговор о йоге. На самом деле много вопросов возникает о именно этом виде деятельности, об этом направлении, как с физической точки зрения, так и с каких-то иных, иные возможности рассматриваются, которые йога нам может дать. Ну, начать предлагаю с небольшого ревью, краткий экскурс в программу прошлую, месячной давности. Мы говорили, дали основные понятия базовые, что такое йога, для чего она нужна. Наталья, давайте еще раз кратко, тезисно. Хорошо. Я очень рада наблюдать, что вот последнее время действительно немножко ослаб, так скажем, модный интерес к йоге, и действительно люди стали задавать вопросы по существу. Uh-huh. То есть если раньше йога это было очень модно, это было статусно. Поверхностно. Да. Теперь уже вопросы возникают, а что это именно такое? То есть те, кто попробовал, остался, кто не остался, тот ушел. Но, тем не менее, вторая волна интересующихся появилась, которая уже задает вопросы по существу. Итак, йога — это часть физической культуры. Физической культуры, которая должна присутствовать в жизни обязательно каждого человека. Будь то занятие физической зарядкой, будь то занятие какими-то практиками легкими, какими-то более нагрузочными, это может быть и пробежки, это могут быть любые физические упражнения, но тем не менее йога как дисциплина, которая является частью физической культуры. Дисциплина, которая тысячелетиями отточена нашими предками, которая включает в себя комплекс упражнений, специальных асан, поз в йоге, дыхательных техник, практик и плюс это обязательно работа со сознанием, какие-то специальные способы релаксации, это медитативные техники, концентрация на своих ощущениях и, как мы еще называем, тренировка ума, тела, соединение духа, тела, их объединение, тренировка. И гармонизация, наверное. Совершенно верно. Угу. Да, и мы говорили о том, что как раз йога подразумевает как физическое направление, так и духовное. Важный вопрос, который нам задали, касаемо именно занятий йогой, именно то, что йога является одним из немногих видов активности, которые, во-первых, допускается, во-вторых, может быть полезна для беременных. Да, в этой программе мы еще ни разу не говорили о каких-то системных занятиях, вот именно для женщин, находящихся в положении. Вот здесь есть возможность прекрасно об этом сказать, потому что все равно это состояние женщины как минимум нуждается, да, и очень хорошо, если будет еще какая-то физическая активность дополнительная. Об этом говорят и врачи, об этом говорят и тренеры, да, всевозможные преподаватели. Каково отношение у вас, Наталья, к этому направлению, то есть йога для беременных, насколько это развито, популярно и актуально сейчас? Это очень актуально. Это не слишком развито, но судя по интересу, который вызывает йога у беременных, мы видим, что интерес пробуждается, и опять же женщины, которые пребывают в этом прекрасном, интересном состоянии, они ищут способы какой-то физической нагрузки. Естественно, что и врачи поменяли свое видение йоги, потому что сами стали уже много практиковать и видят пользу от этого вида физической нагрузки, и женщины, которая пребывает в интересном положении, готовится стать мамой, для них йога становится очень таким прекрасным инструментом для того, чтобы нивелировать или как бы уменьшить нагрузку или изменения, которые происходят естественным образом в организме. Ну, к примеру, женщина никогда не занималась спортом. Да, или она занималась какими-то активными видами спорта. Беременность, она предполагает изменения, ну, во-первых, гормональной системы. Женщина меняется настроение, у нее меняется внутреннее состояние, она в ожидании малыша, она меняет внутреннее свое пространство, и, естественно, это сказывается на ее психике. Что мы предлагаем? Мы предлагаем мягкие гармонизирующие практики, дыхательные упражнения, медитативные техники, которые дают возможность женщине сосредоточиться на тех изменениях, которые происходят в ее организме естественным образом.
естественно, увеличивается вес. Да, то есть все, что происходит внутри, это сказывается и на вестибулярном аппарате, это сказывается на состоянии суставов, это сказывается на состоянии стопы, плюс гормональные изменения. Мы предлагаем комплексы, которые дают возможность женщине укрепить связки, укрепить суставы. Если необходимо увеличить гибкость и подвижность области малого таза, то, что готовит женщину к естественным родам. Плюс ко всему, постоянно увеличивающийся живот, он, естественно, давит на внутренние органы, и таким образом органы, поднимаясь вверх, затрудняет дыхание. И здесь вот дыхательные техники, они как раз становятся... Да, помимо насыщения кислородом организма мамы, соответственно, организма малыша, у женщины появляется навык дыхания, так скажем, переднего, заднего, верхнего дыхания, когда не получается в полной мере вдохнуть, а дышать необходимо. Mm-hmm. И тогда вот дыхательные техники йоги помогают женщине как раз научиться правильно дышать, что уже в дальнейшем во время схваток, во время естественных родов это будет ей помогать. То есть учимся дышать правильно, учимся преодолевать вот эти вот краткосрочные моменты схваток при помощи дыхания. То есть мы это все отрабатываем. У нас очень много отзывов от наших йогинь, которые проходят все это и пишут нам, что йога им очень помогла. Потому что во время родов у женщины меняется и, так скажем, психическое, эмоциональное состояние. В большинстве случаев, и это необходимо, это заложено природой, голова должна отключиться. Включаться должны природные инстинкты. И вот в этот момент женщина начинает вспоминать эти навыки, которые она приобретала во время йоги. Или рефлекторно вспоминает. Да, да. И это все очень помогает и облегчить боль во время схваток, и помогает именно выходу малыша, потому что та энергия, которая у женщины скапливается внутри, и она естественным образом как бы направлена должна быть на малыша, иногда женщину ее отпускают в крик или в какие-то другие состояния. Мне больно, там я сейчас что-то со мной произойдет, в страх. Что, естественно, не помогает малышу, естественно, выйти. И вот та сила, которую женщина учится собрать и помочь своему чаду выйти, такой стартап я называю, да, первый стартап, то есть то, что может помочь мама, это как раз помочь малышу, дать ему возможность благополучно поменять внутреннюю среду и выйти во внешний мир. Да, и чтобы ни мама, ни малыш в это время не испытывали минимальный стресс, да, какой-то. Да. Да, и плюс ко всему, вот это нахождение в единении, то есть то, что женщина приходит на занятия, это дает возможность соединиться вот с этим состоянием «я будущая мама». Да, или приходит за вторым, за третьим, когда со второй, с третьей беременностью, то есть женщины... Они понимают, что это необходимо, вот это сосредоточение. Потому что когда малыш выходит, они его воспринимают как частичку себя. И это очень облегчает общение мамы и дитя вот сразу после родов. Интересно получается, что, как вы сказали, с помощью физической нагрузки женщины освобождаются от нагрузки, которую не получают во время беременности. То есть нагрузка освобождает от другого вида нагрузки. Это очень важно. И про дыхательные техники вы упомянули, хочется еще эту тему развить. Это ведь касается не только беременных, да, или совсем не только беременных, да и вообще довольно-таки популярный сейчас вид практик, это вот дыхательные системы, технологии. Кому они еще могут быть полезны, в каких случаях, и возможно ли этому научиться, если рассматривать дыхательные практики отдельно от йоги? Безусловно, дыхание – это жизнь, это первое, так что ресурс, первый ресурс, который человека необходим. Есть даже такая притча, когда поспорили 5 органов чувств и дыхание, кто из них важнее. Мозг стал арбитром, и в результате человек, зрение ушло, человек начал спотыкаться, но ничего с ним особо не случилось. Исчез слух, он пострадал, но ничего особенного не случилось. Исчезли обоняние, исчезло осязание, да, жизнь стала не такой насыщенной и яркой, но когда ушло дыхание, все закричали: «Возвращайся скорее». Почему? Потому что дыхание оказалось основой всех основ. Мы начинаем свою жизнь с первого вдоха и заканчиваем последним выдохом. И вот этот промежуток между первым вдохом и последним выдохом называется жизнь. И все начинается с дыхания. И вот тогда мы говорим о том, что действительно очень важно. Ведь дыхание — это наш навык, который дает возможность не только запускать наши биохимические процессы насыщения кислородом, запускать процессы окисления внутреннем среде, но это прежде всего также регулируются процессы психического состояния, эмоционального состояния. Успокаиваем дыханием, сердцебиение,
мы дышим спокойно и таким образом гармонизируем внутренние процессы. И поэтому человеку в любом возрасте, безусловно, необходимо дышать. Дышать, учиться дышать правильно, расширяясь. Эффективно да. И плюс, когда мы с вами задействуем нашу диафрагму, дыхательную, основную дыхательную мышцу, мы говорим о том, что мы включаем второе сердце, потому что нашему сердцу все равно нужна помощь и поддержка. У него достаточно силы, чтобы протолкнуть кровь в основное русло, но чтобы вернуть кровь, недостаточно силы. И вот тогда человек, когда начинает активно использовать дыхательную диафрагму, работает с брюшным дыханием, с диафрагмальным дыханием, таким образом способствуя оттоку крови от нижних конечностей, то есть так называемый обратно-венозный отток происходит. И это и есть терапия и профилактика таких заболеваний, как варикозное расширение вен и варикозное расширение вен малого таза, что, кстати, очень актуально для женщин во время беременности. Вот. Поэтому беременность – это лишь только состояние, временное состояние женщины, которое, конечно, имеет, безусловно, и последствия определенные. Поэтому мы говорим о том, что после беременности женщине тоже важно заниматься и восстанавливать свое здоровье, восстанавливать, так скажем, какие-то утраченные навыки во время беременности. Ну, чего скрывать, излишний вес, растяжение кожи, и иногда и бывают и травмы определенные. Поэтому все восстанавливается, все возвращается. Вот. И, безусловно, здоровому малышу нужна здоровая мама, счастливая, жизнерадостная и энергетичная. Да. Энергетичная. Слово хорошее сказали. Да, еще пара слов о дыхании. Это же настолько важная часть, в том числе и спортивной составляющей. Да, в разных видах спорта, даже в тренажерном зале, постоянно сталкиваемся с тем, что нужно правильно дышать. То есть в определенный момент вдыхать, в определенный момент выдыхать. Да, это связано в том числе и с работой мышц, да, я так понимаю? Безусловно, да. Разный тип дыхания, он выполняет разные задачи. Разная нагрузка, разный вид тренировок. То есть если мы с вами обратимся к любому виду спорта, мы увидим, что тренер всегда обучает: дыши, задержи дыхание, да, то есть, скажем, в плавании возьмем, да, это тоже основной этап, так скажем, правильной тренировки, это правильно обучиться дыханию. Сильному активному дыханию. Да, развитие выносливости, например, в длинных пробежках, да, в марафонских дистанциях, это тоже очень важно, как правильно дышать, потому что если человек запустит дыхание в неправильном ритме, то, естественно, и ритм дыхания собьет ритм движения, и очень быстро наступит усталость. Да, так что дыхание очень важный элемент любой тренировки, любой физической нагрузки. Нужно обращать на это внимание. По поводу беременности еще несколько вопросов. С какого срока можно ходить в группы йоги для беременных? Вы уже сказали, упомянули о том, что можно не иметь какой-то определенной физической подготовки, да, чтобы отправиться на такие курсы. И всю ли беременность йога может сопровождать? Да, обычно, когда нам задают такой вопрос, мы всегда спрашиваем, какой у вас срок, есть ли какие-то противопоказания. То есть обычно где-то до 12-13 недели мы рекомендуем воздержаться от интенсивных нагрузок, от каких-то, или, скажем, каких-то мероприятий физической нагрузки, которые раньше женщина не испытывала. Да? И как только исполняется 13-14 недель, мы говорим: окей, если ваш доктор, наблюдающий, ваш врач не возражает, если все в порядке, то приходите, пожалуйста. Ограничение в сроках, до какого срока ходить, это определяет сама женщина. Обычно у нас ходит до последнего срока. Иногда сегодня говорят: до свидания, похоже, я, говорит, завтра уже уйду в другое учреждение. Да, и да, действительно, женщины чувствуют, потому что йога, она вот таким, скажем, дополнительным бонусом в йоге является открытие каких-то чувствилищ, как я называю. То есть человек начинает чувствовать то, что с ним происходит. И вот это вот состояние приближающихся родов, как правило, женщины чувствуют уже. Mm-hmm. Вот. Поэтому можно до конца. Если нет противопоказаний с точки зрения медицинских каких-то, то, пожалуйста, заниматься можно в любое время и до конца беременности. Mm-hmm. Ну и само понятие физическая нагрузка, как вы тоже характеризовали йогу, все-таки насколько сильна эта нагрузка именно?
Нагрузка умеренная. Ну, кому-то может показаться и сложная. То есть, ну, в этом случае здесь, безусловно, каждый человек дозирует нагрузку сам в соответствии со своим состоянием и в соответствии со своими задачами. Безусловно, мы проговариваем всегда, для чего это упражнение делается, на что эффект идет, на какие внутренние органы, на какие системы, что это дает, и женщина сама может определить, с какой сегодня интенсивностью заниматься. Потому что настроение меняется, самочувствие меняется. И иногда, конечно, те перемены, которые происходят с женщиной во время беременности, для нее бывают ужасом ужасным, да, потому что многие женщины просто не готовы к этим переменам, и ее охватывает чувство депрессии, чувство какой-то даже неуверенности, нестабильности. И в этом случае йога, конечно, помогает очень. Безусловно, это инструмент такого эмоционального равновесия. Идем дальше. Йога для детей. Тоже популярные довольно-таки явления. И на прошлой программе вы упомянули о том, что практически любого возраста ребятам можно приходить заниматься. На самом ли деле это так? То есть любой ли возраст? И какие есть показания и противопоказания для детей? Да, мы имеем успешный уже опыт общения с детьми от 4 месяцев. У нас есть группа от 4 месяцев до 12 месяцев, то есть до года. Приходят мамы с малышами, и мы уже в таком возрасте дети начинают заниматься. Есть группа от года до двух, от двух до трех. И есть нас в нашем центре группы младшие школьники или дошколята от 6 до 8 лет. И дальше группа от 8 до 12, уже подростки. Вот. Естественно, что комплексы и упражнения, вообще программа йоги выстраивается в соответствии с возрастом, с теми необходимыми состояниями, которые происходят в этом возрасте, и именно в той форме, в которой лучше всего усваиваться данным возрастом. Вот. Но самое главное, я хочу сказать, что во всех программах мы обращаем внимание и уделяем внимание на постановку вестибулярного аппарата. Если малышки, они учатся ползать, они учатся, так скажем, формировать только свой вестибулярный аппарат, то люди постарше, дети, они уже занимаются направленно на профилактику изменений вестибулярного аппарата в силу вот определенных и возрастных изменений, ростовых изменений. И просто учатся правильно держать осанку. Здесь в программу включены занятия с мелкой моторикой и артикуляция, и на коммуникативные какие-то навыки. То есть дети, еще знаете, такое есть название нейро-йога. Угу. То есть посредством физических упражнений происходит зрелость мозга, простраиваются новые нейронные связи, и у ребенка уже от рефлекторного какого-то восприятия мира это уже переходит на осознанный уровень. Это мы говорим про малышей. Они учатся коммуникативности, они учатся общаться друг с другом, они учатся выражать себя, они познают мир, они развивают также дыхание, мы учим их дышать, они посредством правильного дыхания устанавливают свой ритм. То есть гипер- и гипоактивность приходят в нормальное равновесное состояние. То есть если ребенок слишком активен, он войдет в нормальный свой поток, если он гипоактивен, мы даем ему, так скажем, жару для того, чтобы он стал более активен. Как это происходит? Это происходит в групповых занятиях. Да, мамы приходят с малышами. Но это если мы говорим о малышах совсем маленьких. Они собираются, они располагаются на ковриках и в игровой форме начинают со своими детьми общаться. То есть мама является таким поводырем для малыша. То есть она посредством движения своего тела приводит в движение тело малыша. И затем уже у ребенка вырабатывается навык самостоятельного движения. Угу. Да, вот эти все малыши, которые к нам ходят в группу, мы с ними общаемся, видаемся. Мне очень приятно их встречать, бывает, на улице, и все узнают. Я вижу, что эти дети действительно очень адаптированы к современному обществу. Да, ну, напомню, что сегодня в гостях у нас Наталья Шихмина, преподаватель йоги студии ВО. Это программа «Сфера спорт». Очень интересная тема про детей, потому что, на самом деле, сложно понять, как может малыш 4-месячный заниматься йогой, да, пусть даже с мамой. Ну, вот понятно, что это, скорее всего, да, все делается для того, чтобы сказывалось на его скорейшем развитии, да, на развитии его, как вы сказали, как раз нервной системы, физической культуры его. Вот
в понятии культуры. Важный вопрос, который в этой связи хочу вам задать, это насколько важно и приемлемо заниматься дома, и что выбрать, заниматься дома под какие-то видеоуроки, либо заниматься в студии под надзором инструктора и преподавателя? Вы знаете, бывают случаи, когда человека действительно не бывает времени пойти в зал, и потребность заниматься все равно она присутствует. И есть время, есть место. Безусловно, ваше место должно быть подготовлено для занятий, это должно быть проветриваемое помещение, это должно быть достаточно места для того, чтобы заниматься. Но прежде чем начать все-таки индивидуальную домашнюю тренировку, я бы всегда рекомендовала начать со знакомства с тренером. Основные показания, противопоказания, какие-то нюансы, которые могут возникать в домашней практике. Потому что все-таки тренировочный процесс в группе, он предполагает участие тренера как наблюдателя. То есть он может показать, рассказать, да, что-то поправить, обратить внимание на что-то. Не всегда онлайн-занятия, они подразумевают наличие вот всех этих нюансов. И поэтому миксуйте, занимайтесь дома, ходите к тренеру, занимайтесь, ходите, сравнивайте, смотрите. Mm-hmm. Да. И, конечно, нужно выбирать все-таки занятия уже таких проверенных тренеров, да, не брать, потому что сейчас онлайн-школы, к сожалению, не нужно быть экспертом. Я слышала такой призыв, не нужно быть экспертом, чтобы стать преподавателем онлайн-школы. Причем это не касается не только физической культуры, это касается и других отраслей. Да, поэтому такое занятие, направленное на монетизацию, да, но не предусматривает ответственности ведущего за то, что происходит за экраном. Поэтому будьте внимательны, осмотрительны в этом аспекте, тем более, что занятия йогой в нашем городе – это достаточно приемлемые цены и очень даже доступно. Студии, да, йога-студий в городе достаточно много. Выбор есть. Кстати говоря, о доступности территориальной. Очень популярны сейчас в центральных городах России и Европы, особенно Южной Европы, занятия йогой на свежем воздухе. Насколько, как вы считаете, это допустимо? Насколько это вот мейнстрим или это вот как раз интенсивное, такое углубленное изучение йоги? И доступно ли это в Кирове? Возможно ли это организовать в Кирове? Это прекрасное течение. Я бы очень хотела, чтобы оно не прекращалось, чтобы оно было поддержано, потому что, как мы видим с вами, что, безусловно, это первый элемент общения. Собираются единомышленники. Это самое главное. Пришли люди с какими-то определенными задачами и целями. У них есть желание, есть место, самое главное. Прекрасно. Вот мы в это воскресенье уже опробовали газон в сквере с залами парусами. Прекрасный газон, и очень ждем теперь лета следующего, чтобы уже действительно проводить там тренировки. Да, там можно группами собираться, да, да, территория большая. Да, безусловно. Да. Ну и плюс ко всему, занятия на свежем воздухе всегда дают определенную заряд определенный. Да? То есть это свежий воздух – это огромное пространство воздушное, это стихия, та, которая присутствует. Я вам скажу больше, что занятия на земле, они дают определенную, скажем, гибкость или вязкость даже телу. Ну, как бы то ни было, это такие мои наблюдения. И когда мы с вами стоим босиком на земле, вот эта некая невидимая связь, которая происходит тело и земле, она придает нашему телу какую-то подвижность. Ну, известно, что земля снимает болевые ощущения, заряд да, из тела забирает. Ну, безусловно, длительное нахождение на земле не нужно это практиковать. То есть достаточно пообщаться с землей. Вот. И уже в дальнейшем, когда мы практикуем какие-то асаны и позы, выстраиваем, вот оно тело просто начинает течь. Вот оно прямо стремится к тому, чтобы приблизиться к земле. И я всегда, когда работаю на газоне, мы всегда обязательно практикуем асаны на растяжке, на вот, скажем, такие, как хануманасана, это шпагат. Да, они реально получаются у людей гораздо лучше, нежели это происходит в зале на коврике. Удивительно. Надо будет в следующем году, в следующем летом это проверить. Обязательно, да. Это нужно поддерживать, безусловно. И если в нашем городе будут достойные газоны, которые действительно могут быть применимы как йога-площадки, это будет здорово. Не обязательно йогой заниматься. Это может быть и цигун, и пилатес, и что угодно. Любые практики, которые мы можем на свежем воздухе выполнять. Вот, кстати, про цигун и пилатес вы упомянули. Тоже много вопросов задают. В чем общее и каковы отличия между йогой, цигун и пилатесом? Да, потому что ну, статика везде есть, растяжка везде есть. В чем разница?
Ну, наверное, основная разница — это в возрасте. Разница в возрасте, потому что йога все-таки это, наверное, источник, наверное, это источник вдохновения для этих дисциплин, для цигуна и для пилатеса, да, потому что цигун, он также предусматривает такие же статичные позы, вы правильно сказали, но цигун все-таки больше направлен на работу с энергией и на работу с дыханием. То есть посредством дыхания, движения, плавного перемещения в пространстве тела возникает такая некая связь, зацеп, что ли, за энергетические потоки. И человек, практикующий эту гимнастику, тоже входит в определенное медитативное состояние и получает определенные результаты. Успокоение ума, концентрация на каких-то своих вопросах, задачах, именно которые он ставит перед собой на практику. Вот. Пилатес — это достаточно молодой вид активности. Он был, так скажем, обозначен в середине прошлого столетия и как гимнастика для реабилитации и быстрого восстановления после травм и каких-то таких состояний недвигательных. Вот. И впоследствии он уже был введен как элемент фитнеса, как элемент физической культуры. Тоже используются статичные упражнения, но там, в отличие от йоги, больше динамичных движений. То есть даже если мы с вами сравним принцип дыхания, то в йоге дыхание, оно может быть использовано как элемент как бы отслеживания за движением тела, как дыхание сопровождает движение тела, то в пилатесе там дыхание, например, нос, выдох ртом идет. И движения более динамичные. И все же йога, она предполагает развитие в целом тела, ну и концентрация на воспитании, так скажем, каких-то своих внутренних процессов и на воспитании духа. В то время как пилатес – это такая, скажем, дисциплина, которая больше направлена на коррекцию физического тела. Mm-hmm. То есть духовная составляющая, она присутствует во всех физических культурах, но в йоге она представлена наибольшим образом. Пилатес – это прекрасный, так скажем, вид спорта или, так скажем, прекрасное направление для тех, кто хочет быстрых результатов, там, скажем, подкачать ягодицы, подтянуть пресс, потому что там основная работа идет именно на так называемые мышцы кора, на наш корсет, корсет, да, нашего тела. Вот, в то время как йога, она все-таки такая более разносторонняя, да, практика. Вот, собственно, добавлю еще, что вот на сегодняшний день существует даже синтез йоги и пилатеса, называемое такое направление йога-латес. Йога-латес, да, слышала о таком. Да, современный такой вид, потому что, занимаясь пилатесом и йогой, хочется и то, и другое. На самом деле, я вот, когда, так скажем, иногда задумываюсь над этим вопросом, я понимаю, что я тоже добавляю в свои тренировки вот элементы пилатеса. Они причем добавляются как-то сами. Женщины – существа интересующиеся, динамичные, им все время хочется чего-то новенького. Вот классический вариант йоги, он предполагает такой, скажем, повторяющиеся, монотонные какие-то комплексы, которые, ну, бывает, что женщине наскучивают. И дабы, так скажем, удержать внимание занимающегося на своем теле и на самом процессе физической активности, мы добавляем в практику йоги тоже дополнительные инструментарии. Это могут быть какие-то пропсы, какие-то специальные приспособления, которые мы используем в процессе тренировки. Тренировка становится интересной, насыщенной. И причем мы не отходим от регламента, от наших основных задач воспитания и тренировка силы духа, выносливости. Да, один из самых важных показателей. Наталья, слышала я о том, что у вас в ближайшее время планируется ряд мероприятий, да, в частности, группы стартуют, насколько я понимаю. Да, да, я хочу вам сказать, что вот йога для беременных, если мы будем говорить, это постоянно действующая группа, туда можно вливаться с любого срока, часто спрашивают, мы не делим на триместры, во время практики мы оговариваем, что вот, например, для первого триместра то-то, то-то, для второго то-то, для третьего то-то, то-то, потому что организм меняется, но, тем не менее, основа все равно остается единой. И вот мы уже буквально 12 сентября открываем новый учебный год, новый сезон для малышей. Мы уже в ближайшую среду, это то бишь через неделю, да, у нас открываются группы. В 9 часов первое занятие малыши к нам приходят.
расписание, все условия, мы, у нас это все в наших группах, в социальных сетях, это все есть, можно позвонить, все узнать. Вот. Соответственно, 0 плюс мы указываем, да, что... Да, 4 месяца да, плюс. Да, 4, да. Ну, такого нет, поэтому да, мы говорим. Да, да, мы даем возможность маме 3 месяца как раз вот эти вот самые главные, основные. Я даже, знаете, пользуясь возможностью, хочу обратиться к молодым папам и к бабушкам, к дедушкам, вообще к семье новорожденного и молодой мамы. Я убедительно вас прошу, помогайте. Поймите, малыши приходят не только к маме, они приходят ко всей семье, и они имеют отношение ко всем к вам. И поэтому, когда вы будете относиться и к маме, и к малышу с умеренной заботой, освободите, пожалуйста, молодую маму от всех домашних дел. Дайте ей возможность побыть с малышом, восстановить здоровье. Поймите, 9 месяцев мама меняла свое физическое здоровье. Ей необходимо, ну, как минимум, столько же времени, чтобы вернуться хотя бы в какую-то минимальную форму. И освободите ее от домашних дел. Гуляйте сами с малышом, дайте маме полежать, восстановиться. Потому что те изменения, которые происходят в организме женщины, растяжение внутренних связок, те физические изменения, они очень сказываются потом на здоровье. И бывает так, что через 10 лет это бывает таким неприятным ау, возвращается в здоровье женщины. Самое главное – это любовь, забота. И дайте маме отдохнуть и восстановиться. Ее забота – кормить малыша. И тогда у нее будет достаточно и молока, и она будет в хорошем настроении, всегда будет рада. А ведь молодой маме еще очень важно следить за собой. Вот, чтобы у нее было время в зеркало посмотреть, и в магазин сходить, купить что-то новенькое и порадовать себя. И тогда вся семья будет счастлива от такой прекрасной молодой мамы. Далее просто нега для ушей. Спасибо большое от всех, наверное, беременных женщин и мамочек. Еще хочу заметить. Форум. Мы забыли сказать форум. Про мама-форум. Да, что да. 9 сентября в Юркин парке будет прекрасное, уникальное мега-предприятие «Мама-форум». Мы тоже участвуем в этом мероприятии. У нас будет площадка представлена, где мы ждем будущих мам, мы ждем действующих мам, да, и мам, которые готовятся стать ими. Стать действующими. Да, на нашей площадке мы будем рассказывать. Мы планируем, что на нашей площадке будет присутствовать наш друг, доктор, врач-гинеколог, эндокринолог. Вот, и мы с Натальей, с нашей ведущей пренатальной йоги, будем рассказывать, показывать и ответим на все интересующиеся вопросы, mm-hmm. которые появятся у наших гостей. 9 сентября это будет в Юркин парке. Да, в 11 часов. И в этот же самый день да. мы уже на Театральной площади. Да. Состоится да. другое мероприятие, да. в котором тоже да. Студия ВО принимает участие. Да. Это марафон «Вятские холмы», который мы уже анонсировали неоднократно в этой студии, не только в этой студии. Будут представители студии да. ВО на площадке, с которыми можно будет подойти пообщаться. Да, 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 мы планируем, что мы даже принесем некоторый видеоряд, мы покажем наши залы, покажем, что мы занимаемся, будут тренеры работать на площадке, те, кто действительно проводит наши занятия. Вот. Мы ответим также на все вопросы, которые возникнут у наших гостей, и с удовольствием поделимся своим опытом, расскажем, что, к чему и как. Угу. Наталья, вас можно будет на Театральной площади в это утро застать? Я постараюсь к 9 часам. До 11? К 9 часам, но там не совсем до 11, да, но, возможно, час у меня будет пообщаться. С 9 до 10? Да, да, да. На Театральной площади я встречусь. В зоне экспо? Да, в зоне экспо, да, стенд школы, студии йоги ВОМ. Мы с удовольствием встретимся со всеми. И я призываю всех наших прекрасных горожан, одевайте форму, выходите на марафонскую дистанцию. Пусть ну, вы... можно... И на 3 километра, да, если вы сделайте несколько шагов вперед к себе, потому что, вы знаете, самая серьезная и самая, так скажем, лучшая инвестиция – это инвестиция в свое здоровье. Сделайте это сегодня, потому что не надо откладывать. Если мы можем отложить покупку каких-то дорогостоящих вещей, то откладывать инвестиции в свое здоровье не стоит. Все правильно говорить, не спорю нисколько, ни с одним словом. Ну и раз уж мы заговорили о Вятских холмах, предлагаю послушать замечательный гимн, песню, которую написали ребята из Dance People для Вятских холмов специально. Наталья, вам спасибо большое, хочу сказать, за сегодняшний эфир. Как всегда, познавательно, интересно, ярко, эмоционально. Да, и ждем вас снова в этой студии. Спасибо всем, до встречи. До свидания. До свидания. Днем работа, вечер скуки, это круглый год.
Пробил час принять решение изменить судьбу. И ты бросил себе вызов, крикнув: я смогу. Бег поможет быть здоровым, силы придает. Пусть нам сложно, но мы знаем, пользу принесет. Спорт — залог успешной жизни, так считаем мы. И виной тому, конечно, вязкие холмы. Забудь сомнения и страх, весь мир со собою веди. Горит огонь в глазах, бежим вязкие холмы. Забудь сомнения и страх, весь мир со собою веди. Горит огонь в глазах, бежим вязкие холмы. Праздник музыки и спорта, день в кругу семьи. Ты спортсмен или любитель, все здесь рады мы. Марафон собрал нас вместе, бегунов страны. Проигравших не бывает, чемпионы мы. Встань на старт, друзья, поддержат все нам по плечу. Дождь и зной мне не помеха, к финишу лечу. Добежал медаль на шее, и сбылись мечты. А теперь нам покажи, на что способен ты. Забудь сомнения и страх, весь мир за собою веди. Огонь в глазах, бежим вязкие холмы. Забудь сомнения и страх, весь мир за собою веди. Горит огонь в глазах, бежим вязкие холмы. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.